рамках проекта «Единая Россия. Здоровое будущее» депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проверил ход строительства офиса врача общей практики в Савинской Слободе. Парламентарий отметил, что работы проводятся качественно и без отставания от графика. Офис врача общей практики должен быть готов до конца 2022 года. Получить первичную помощь здесь смогут и взрослые, и дети. Также Дмитрий Голубков проинспектировал ход реконструкции стадиона «Спартак» в Звенигороде. Проверка прошла в рамках местного партийного проекта «Одинцовская спортивная семья». На стадионе уже обустроена дренажная система, проложены все необходимые коммуникации. Подготовка футбольного поля, хоккейной площадки и парковки для автомобилей тоже идет полным ходом. «Стадион должен получиться современным и многофункциональным», отметил парламентарий. Сдать объект планируется к сентябрю.